Фестиваль «Ты можешь больше» не случайно получил такое название. Более 100 человек разных возрастов с инвалидностью и без показывали все, на что способны на татами и баскетбольной площадке, на сцене и за шахматной доской. Цель, конечно, напомнить обществу, что есть люди, которым не совсем просто, да, в нашем привычном мире существовать, быть, что-то делать, привлечь внимание, сделать так, чтобы им все-таки было легче. И для этого на самом деле уже большие усилия прилагаются, в том числе и от администрации Ленинского округа. Традиционно в Большом зале Видновского дворца спорта были устроены 4 зоны. Первая под названием «Творчество», вторая – «Красота». Вам пробор как сделать? Вот так. Зигзагом? Да. Зигзагом давай. Третья зона получила условное название «Концертно-интерактивной». И в четвертой каждый желающий мог показать свои спортивные умения. Давай. Готов? Да. Я сразу быстро ставлю, ты бьешь. Молодец. Простора для творческой реализации здесь хоть отбавляй. Можно сделать подарок к наступающему Новому году своими руками, а то и принять участие в коллективном творчестве. Каждый пишет пожелания, мы все это фотографируем. Пожелания у всех бывают разные. Самое интересное это было там «я хочу сестру», например, или брата. То есть они так пишут, такие добрые все. Ну а если хочется максимально веселиться, нет проблем. Причем тоже с пользой для здоровья. Раз, два, три, четыре, пять, 100 миллионов! Те, кто принимал участие в организации мероприятия, отмечали, что праздник удался на славу. Впрочем, это было понятно всем, кто сегодня пришел во дворец спорта «Видное». Мы действительно стараемся сделать все, чтобы люди с ограниченными возможностями, как иногда говорят, не чувствовали этих ограничений, чтобы не было этих ограничений, чтобы они в полной мере могли заниматься тем, чем им хочется. Какой же праздник без концертных выступлений? И тут девиз «Ты можешь больше» также получил свое воплощение. Впереди Новый год, а значит, надо уже сейчас загадывать желания. А для этой цели на празднике присутствовал волшебник. Эта рыбка исполняет любые желания. Не, ну как любые, только хорошие. Плохие желания не исполняет. Но зато количество желаний не ограничено. Если желание сильное, то оно обязательно исполнится. Главное верить, что ты можешь больше. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.